Глава государства посетил завод по производству пестицидов. Это линия, которая производит средства защиты растений от вредителей, пестициды, калийную соль и препараты, содержащие глифосат. Завод построен в соответствии с мировыми стандартами и с учетом всех норм и требований экологической, производственной, санитарной безопасности. Это жидкость во флаконах – самый необходимый продукт для полевых работников. Химическое вещество для борьбы с вредителями. В прошлом году предприятие выпустило 7 тысяч тонн химических средств защиты растений на сумму 41 миллиард тенге. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев посетил специализированную детско-юношескую спортивную школу. В учебном заведении занимаются более 1100 детей в секциях бокса, вольной борьбы, тяжелой атлетики, дзюдо, художественной гимнастики, футбола, лыжных гонок и самбо. После посещения школы президент встретился с известными спортсменами и тренерами региона. Отметил, что казахстанцы всегда смотрят и поддерживают выступления спортсменов. В завершение мероприятия глава государства вручил благодарственное письмо биатлонисту Бекентаю Турлыбекову, чемпиону Всемирной зимней универсиады в Лейк-Плэсиде.